Доброе утро, друзья! Артёша, скажи доброе утро! Самолетик ты мой! Доброе утро! Артёша тут развлекается. Я тоже типа развлекаюсь. В общем, сейчас у нас час дня. Я уже безумно зверски устала, потому что хоть нам Артёша и дал поспать до половины девятого, по-моему, практически. Я как подскочила с утра. Я тут столько уборкой занималась и убирала всю в эту кровать. Перекладывала. В общем, ну видите, у нас тут пока еще хламовник, но это просто жесть. Это как будто мы переехали куда-то, серьезно. Я уже как мочалка и готова лечь спать обратно. И Артёша всего 40 минут поспал. Но я успела только накраситься и смонтировать кусочек влога, но потом пришлось параллельно с ним демонтировать. Короче, дел до кучи, ничего не успеваю, и погода шикарная. А что значит, если погода шикарная в Петербурге, это значит, надо выйти на улицу обязательно. Поэтому мы сейчас этим займемся, тем более, что к нам едет Марина с Олесей. И поэтому надо успеть немножко погулять, хотя бы до того, как они приехали, потому что потом мы будем снимать. И надо для этого еще помыть посуду на кухне. Там все со вчерашнего дня лежит. Кто бы мне ее помыл? Ну, я надеюсь, потом, когда мы придем, Марина мне поможет с Артешей, тогда я быстренько все тут уберу и доделаю, потому что мы сегодня на кухне будем снимать 100%. Надо что-нибудь мне сладенького съесть, чтобы была энергия, по-моему. Я какая-то вообще не выспавшаяся. Ну а что касается кровати, она, конечно, просто великолепна. Да, она большая. Видите, как она стоит? Странно, у нас тут не поместилось. У нас и так диван мешал, но тут вон прям такой угол. Я пока не знаю, что мы будем с этим делать. Я поставила такой стопор, чтобы дверь не билась об кровать. Но она все равно бьется. Ну-ка. Вот, так лучше. Да, это Артёшкина пелёнка. Спать кайфово, очень мне понравилось, все хорошо. Я поставила старый бортик от кровати Артёшкины, потому что он очень часто у меня там остается спать. Я его вообще сегодня с собой взяла, чтобы выспаться, и мне это немножечко удалось. Вот, и чтобы он не стукался там во сне об стенку, или если он вдруг туда перевернется, я вот положила этот бортик. Удобно. А, как выяснилось, наше покрывало недостаточно длинное, поэтому я не знаю, наверное, мне нужны какие-нибудь декоративные подушки, потому что я пока не хочу новое покрывало заказывать. Вот. А подъемный механизм — это, конечно, фантастика. Все время забываю этот шнурок оставить здесь. Опа! Вот. И это я ее еще не забила до конца. Туда еще надо елку убрать и еще целую кучу всего. Это она у меня тут на 2/3 полная. И я уже убрала все со шкафа. Теперь у нас там ничего не будет валяться. И у нас даже теперь еще есть свободное место вот здесь, наверху. В общем, это прекрасно. Если я еще смогу распродать остатки свадебных платьев, то у меня еще вон так кучка пакетов тоже уйдет. Так что вот такая прекрасная вещь. Мне очень-очень нравится. Тот, кто это придумал, просто гений. Артёш, ты согласен? А, ну и вот ответ на вопрос, почему мы не ставим диван. У нас теперь комната трамвай и вообще ничего не помещается. Сушилка, да здравствует сушилка. Все как всегда. Ну, в общем, мне тут еще убираться, я не хочу. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Ну чё, кто понял, что мы делаем? Мы делаем электрофоры в домашних условиях. Вот он наш прибор. Такой вот мы взяли. Он неудобен тем, что у него нету шкалы, поэтому ток приходится настраивать на ощупь. Все остальное в нем шикарно. Но прибор со шкалой стоит, этот, по-моему, 2 или 3 тысячи стоил, а со шкалой уже в 2 раза больше. Поэтому настраиваем на ощупь. Артёша лежит послушно. Сейчас сделаем. Я еще ему дам витамин D. И из всех долгов на сегодня у меня останется еще одна зарядка. Он сегодня так хорошо у меня делал упражнение, как учиться сидеть. Первый раз получилось у него опереться на руку сбоку. Я прямо ура, ура! Зайчик! Зайка, улыбнись мне! Ку-ку! Ку-ку! Не будешь улыбаться? Скажи, мама, приложила тут ко мне какие-то странные штучки. Чего я улыбаться буду? Вообще неинтересно. Пятки-то какие? Пятки-то какие? А я вся в синяках. В прыщах, в синяках. Но эти синяки мне оставил Артёша. Это он меня лупит пятками, и у меня почему-то вот так вот появляются синяки. Что-то не то с сосудами после беременности случилось. Я не знаю, что. Ой, надоело. Гуси,
гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Я всегда так долго ковыряюсь, когда надо выйти из дома с ребенком. Это какой-то кошмар. Я хотела встретить Марину, выйти из дома в час дня. Знаете, сколько час? 1:22. Электричка приезжает. 1:27. Ну, я молодец просто. Но все-таки вышел. Но зато я сделала все-все процедуры ребенку. Одна зарядка на вечер осталась, и все. Так что я герой. А я надела платье свое, 100 лет его не надевала, потому что я в него не влезала после родов. Теперь я в него влезаю даже лучше, чем до родов. И я в босоножках в первый раз за это странное лето. Ребенок у меня без каких-либо дополнительных костюмов, просто штанишки в кофточках. Кофточки. Так что бежим встречать Марину. Ура, ура! Марина! Какая ты радостная. Алло! Ты что там делаешь? Ну да, Леська, пошли в магазин. Кати коляску. Так, давай. Хорошо, аккуратно, не снеси стенд. Алис, ты этот все-таки выбрала? Она и такой, по-моему, взяла, нет? Артёш, а ты книжку взял? Сыр, конечно. Вот, пожалуйста. Купить, купили? Тебе это не поможет. Кто мне не поможет? Уже напишут. Скрыть мою безумную... Ты не успела накрасить? Нет, я не успела, я загорала. Ну чё, шпинат, давай. Да? Я загорела. Да. А нам хватит одной или дома? Нет, и он я ночью загорела. Придет. Ну можно взять две? Ну он работает допоздна сегодня. Просто чем он напишет, тем прикольнее будет. Давай. Зайчик, а где книжка? Мама! Все, книжки каюк. Мы с Мариной снимаем видео. А Олеся играет с Артёшей. Он уже поел, поспал. И теперь отдыхает. А еще мы готовим обед. Мы не только снимаем видео. Ну как мы готовим обед? Это значит, что я поставила Марину к плите. И Марина готовит вот такую неведомую вкусняшку. А мы сейчас будем кушать. Марина накладывает. Как это? Шпинат с пастой? Паста со шпинатом? О, какая вкусняшка. Ой, Артёша, как твои дела? Хорошо у тебя, да? А, я не хочу, а у нас солнышко спряталось куда-то. Да-да. А я почитала комменты и впечатлилась. Ребята, я не понимаю, почему место для спанья, если оно находится не в отдельной комнате под названием спальня, это должен быть диван. Зачем нужен диван, если ты не собираешься его складывать? Самое удобное — это кровать. Поэтому мы и купили кровать. А вот на тему того, как она будет стоять, это еще вопрос. И почему мы ее сразу не поменяли со шкафом, местами отвечаю, чтобы передвинуть этот шкаф пустой, надо 4 человека. Поэтому он там стоит веками просто. Но мы это еще подумаем. Ну что, Марина? Вышли мы из дома погулять, обещали ребенку выйти, солнце скрылось. Да, и как плюс 23, холодно. Не, они говорят, что тут плюс 20, но наши телефоны, но тут не плюс 20. У меня написано 23. Я вообще отстала от жизни. Ну как-то, короче, мы зачехлились. Да, и снова в лосинах. Вызов обществу. Почему? Я же должна ходить в черном. Ярко, равно, безвкусно. Ага. В общем, я вот так. Мне так нравится. Марина тоже оделась. Марина более стандартная. Ну, как бабушка? Ваша любимая бабушкина кофта. Тебе написали, что это бабушкина кофта? Да, ну когда в распаковке я была в водолазке, в подлоне, и сверху вот эта кофта. А почему Марина выглядит как бабушка? Почему Марина одета как бабушка? Чтоб моя бабушка так одевалась, боже, я бы не знаю. У нас сегодня, походу, день обсуждения комментариев. Что еще веселого тебе писали в последнее время? Что я плохая подруга и уехала на шашлыки без тебя. Ты такая на шашлыках, я думаю, сейчас я зайду в комменты, а там будет так, где Алиса, захожу, там, где Алиса, почему нет Алисы?
Ну да, бывает. Бывает такое, что... Ну, грешна, да. Есть у меня много подружек, друзей, знакомых, да, с которыми я периодически вижу. Прости меня. Рука отваливается. А я теперь, когда монтирую влоги, всегда... Мы с Алишером, короче, делаем ставки. Когда я что-нибудь монтирую, я говорю, спорим, к этому кадру напишут что-нибудь из серии «Как ты могла отойти на 3 метра от коляски?» Что-нибудь такое. Ну, слушайте, в половине случаев угадываем. Это именно так. Мы идем на детскую... А где дочь моя? Мы вообще хотели на эту детскую площадку. Правда, какие-то подростки, но мы на тот конец пойдем. И мы, по идее, хотели поснимать немножко, но посмотрим. И Артеш тоже уже приоделся немножко. Тогда мне так нравится, что она такая легкая. Скажи, меня укачал, да? Да. Не надо, да. Отстирывать мне. Ля-ля-ля-ля. Вы посмотрите, чем они занимаются. Черт. Черт. А тут какое ограничение по весу? Не, ну, моя папа с большим трудом сюда влезет. В общем, сколько мне там лет? Приблизительно вот так я сижу за рулем в оке. Слушай, мне больно. Это слишком маленькая штука для моей попы. Так, покатались. Ау, и хватит. Ой. Ты так круто выглядишь на заднем плане. В общем, мы... Ну, мы, наверное, отсняли. У меня больше нету идей для этого типа. Мы отсняли, ищите. Я опять качаюсь на этой штуке. И я не знаю, что мы сейчас будем снимать. Ребенок почему-то не хочет спать. Он проспал 1.5 часа всего за день. И все. Все разболталось. В руле. Ау-ау-ау. И вот коляску я буду так качать одновременно. Ну что, Марина? Что снимаем? Можно челлендж снять, который у нас в моей сумке? Я тебе так... Простите, я вас напугала. Простите. О! Потом, когда у меня будет день рождения, скажут, тебе уже столько лет. Ну вот, какая разница, сколько лет делаете, чё хотите. В старости будешь, чтобы вспомнить. Ого. Артёша? А да. Может, пойдем прогуляемся еще немножко, да пойдем мы на эту электричку. Надо чемоданы собирать, у меня еще вообще конь не валял. Мы с Мариной сидим на скамейке и ленимся. А Олеся вон развлекается. Будь здоров, Артёша, будь здоров. Обезьянка. Нет, Артёша, камеру трогать нельзя. Куда дальше полезешь? Ну что, зайка? Этот ребенок сегодня вообще спать не хочет. Видела? Да. А если ты последний... хочешь камеру? Ты хочешь камеру? Я буду переживать очень, не надо. Ты камеру Спасибо. Хочешь? Не, камеру нельзя. Ты опять на себя смотришь, а не в объектив? А я на ребенка смотрю. А-а-а. Ой, Артёша добрался до камеры. А мне бегать лень, мы с Артёшей тут сидим и развлекаемся. Ну давай, нажимай. Он сегодня как-то добрался до моего телефона, я не знаю как. В смысле, дополз, видимо. О. Если я держу руки на голове, значит, я в домике. На-на-на-на! На тебе 1000 рублей, ты не в домике.
Нечестно. Я же... Да? Весело тебе? Спасибо. Ну куда ты грубо? А у меня сил нету, потому что вчера кровать изменила все силы. Давай, Марина, ты в домике. Ага, давай я еще вот на тот конец. Да. Класс. Немножко страшно. Совсем чуть-чуть. Помнишь наш этот тренинг? А, помню, да, тоже так делали. Давай. Блин, она даже не дает подготовиться, понимаешь? Я просто падаю. А тут страшно немножко тебе, а не ей. Все. Качай меня очень сильно, пожалуйста. Пожалуйста. И нас, пожалуйста, очень-очень сильно. Не сильно. Ты попа в камеру, да? Ты чувствуешь весело. Ой, зайка! Пока, зайка, мама пошла развлекаться. Ой, а тут паутина. Но на ней не сфокусироваться. А где же летает? Та-та. Уа. Мама решила тебя не ждать. Пока подрастешь, да? Иху! Так. И что я могу еще сделать? Смертельный номер. Я боюсь реально. Давай, удачи. Я боюсь. На повороте. Я хочу еще. Высшее образование не отрицает наличие дурости в голове. Повторим этот дубль, пока камера не села. Все, грязная попа, грязная. Мама каталась. Ты подрастешь, будешь тоже кататься. Я буду делать вид, что это только для тебя, и буду кататься с тобой целый день на таких горках. Здорово? Очень здорово. Нет, ты посмотри, что творит твоя мама. Ты только посмотри, что... Я сама первая. Ты видишь это? Я сама первая, мама. Кроме. Молодец! Ты вторая. Ты меня умываешь? Ну, ботинки неудобные, поэтому вся проблема. Да. Комментировал чемпионшип на протяжении последнего сезона. Эй. Он был там, честно говоря, специфический. Если не говорить про ведущий... Сейчас Алишер за меня попрощается, потому что я в антипрыщательной прыщавой маске. Заполняемость стадионов, уровень телевизора.